По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и Маслихатом Бурлинского района, в соответствии с принципами меритократии на должность акима Бурлинского района назначен Еркебулан Ихсанов. Об этом сообщил глава области Гали Искариев, представляя нового руководителя района. Глава региона назвал нового акима молодым, но перспективным и опытным руководителем. Пандемия была, да, два года более сложные, поэтому, может быть, не все получается, как хотелось бы, но сейчас, видимо, время такое, то пандемия, то, сами видите, геополитическая ситуация вокруг Казахстана тоже с каждым днем ухудшается, и, конечно, на экономику региона уже оказывает это влияние. Поэтому еще раз прошу и нового акима поддержать, не только акима, друг друга поддерживать. Год, говорят все, будет непростой. Некоторые даже говорят, чуть похуже, чем 90-е годы было. Поэтому надо готовиться к разным трудностям. Но наш народ, когда он вместе, не такие трудности проходил. Поэтому ауызбіршілігіміз болса, әрине, көптеген қиындықтардан өтеміз. Самое главное, сейчас у нас президент очень большие политические, экономические реформы делает. Их за 1-2 месяца, конечно, результаты мы не увидим. Нужно время, но я думаю, предприниматели в первую очередь уже какие-то определенные результаты видят. Нужно поддержать и нашего президента, и всем нам вместе в одном направлении работать. Кроме того, Галина Жмеденович объявила о том, что уже бывший аким района Миржан Сатканов отбывает в город Уральск. И по согласованию администрации президента Республики Казахстан и городского маслихата назначается на пост главы города Уральск. Он отметил, что Миржан Сатканов в качестве акима Бурлинского района провел результативную работу и пользовался поддержкой местных жителей. Всем бурлинцам, коллегам, аксакалам выражаю благодарность. С самого назначения меня акимом поддержали за то, что вместе с вами мы делали ту работу, которая велась во благо жителей района, их нужд. Решаемые вопросы ставили на повестку, нерешаемые разъясняли народу о причинах. Огромное вам спасибо за поддержку моих коллег, меня лично. Аксакалы района выступили с речью на совещании актива района. Мы, это я, дети, выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за реализацию социальных проектов. Вы замечательный руководитель, прекрасный и справедливый человек. Вы профессионал своего дела. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. И пусть впереди у вас будет много интересных, важных дел и идей. Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, благополучия, успехов дальнейших. Ихсанов Еркебулан Нуретдинович родился в 1982 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. В 2003 году окончил Западно-Казахстанскую гуманитарную академию по специальности экономист и в 2013 году Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности магистр государственного и местного управления. Трудовую деятельность начал в 2004 году статистом отдела социальной защиты населения Казахстана. Района. В разные годы работал главным специалистом Департамента труда и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области, главным специалистом финансово-экономического отдела управления культуры Западно-Казахстанской области, главным специалистом и руководителем отдела управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальником отдела финансов города Уральск. С 2016 года до сегодняшнего дня работал заместителем акима Бурлинского района. Со своей стороны сообщаю о готовности служить народу, выполнять поручения президента и правительства во благо жителей нашего района. Миржану Мунайдаровичу спасибо за набранный мною опыт и знания во время его нахождения на посту главы района. После собрания актива района новый аким был сопровожден главой региона в свой новый кабинет и официально принял пост главы района. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».